Всем доброго дня. Сейчас мы вам расскажем о теплице Павильон New, обновленная этого года, то есть 2020 года. В чем ее отличие? Смотрите, стоит две теплицы рядом. Павильон прошлого года и павильон этого года. Отойдем. Значит, высота стены у нового 1,80 м, высота общая 2,57 м. У второго, соответственно, мижена 150 мм. Торцы также расшиты. Смотрите, здесь добавлены прогоны дополнительные, ребра жесткости. Там были один посередине. Следующий момент. Соответственно, все примыкания стеновой и торцевой идут в комплекте. Также резинка. Двери обновленные у нас еще с прошлого года. То есть ручка-замок, если дверь берем распашную с форточкой. И внизу ручка-замок. То есть можно открыть снутри и снаружи. Все это фиксируется на крючок. Соответствующий, мощный. Видим, да? Все. Зафиксировали. Вот. Может форточка, как дверь, может форточка, видите, остаться. И нижнюю часть можно закрыть. Что очень удобно, если у вас есть животное или курица, или еще что-нибудь. Закрываем. И фиксируем на крючок. Вот так жестко. Видите? Все. Капитально. Уголок вот этот идет в комплекте. Перелив в комплекте. Резинка уплотнительная сверху по окружности в комплекте. На двери установлен уголок отлив, как мы видим. 25 на 25. И по многочисленным просьбам мы сделали стойку из трубы 40 на 40. Но верх мы оставили усиленный. Видите, какая мощная ферма. Чтобы у нас выдержали все нагрузки снеговые. Это теплица. В форточке можно установить форточку торцевую, фрамугу автоматическую или форточку даже в стене. Ну, здесь в этой теплице нету, потому что они стоят еще в других много. Это образец. Также теплица усилена в длину диагональными такими усилителями. Они стоят по стенам. Вот. Установка как на брус, так и на бетонное основание. Если ставится на брус, то низ поликарбоната крепится к брусу. А если ставится на бетон, то ставится уголок отлив 50 на 50. И к нему крепится уже поликарбонат. Но многие заказывают дополнительно заказывают и с брусом, чтобы было красивое обрамление. Так, сейчас я вам покажу. Вот здесь, например, видите, уголочек красиво, аккуратно. Что еще интересного в ней? Можно установить вот такую форточку. Сейчас мы пройдемся с вами. Вот, например, даже павильон 2 метра шириной. Вот такая форточка. С газ-лифтами, это не термопривод. Раз, видите, как аккуратно. И открылась. Ручку потянули и закрылась плотно, аккуратно. Вот такой вариант. Есть следующий вариант еще. Идем в следующую теплицу. Заходим. Вот такая форточка. То есть ручная. Открывается и на крючок фиксируется. Также есть для проветривания вот такая фрамуга, тоже на газ-лифтах. Она с помощью вот такой ручки открывается. Ну, сейчас видите, сколько снега. Раз. Не сошел, лежит. Очень снег тяжелый. И конденсат даже. Мокрый. Мы снег с наших теплиц не чистим. Все аккуратно, все четко. По дверям. Двери пост отдельный был, но расскажу коротко. Дверь двухстворчатая, как мы видим. Дверь цельная. И третий вариант. Дверь с форточкой. Все на ваш выбор. Такая вот получилась капитальная, мощная теплица. Это 3 метра шириной. Также есть еще, напомню, павильоны шириной 2,5. Видите? И 2 метра. Сейчас мы закроем его. Ну, закрывать все легко, легким нажатием руки. Также здесь. Вот такая вся линейка
Теплица у нас представлена. Ширина 2 метра, ширина 2,5 и 3 метра павильон. Заказывайте. Все аккуратно, качественно. Оцинкованная труба изготовления, несущий каркас плюс полимерно-порошковая покраска. Все отверстия для крепежа просверлены. Огромное вам спасибо за просмотр. Ставьте лайк, палец кверху. Пишите комментарии. Ждем обратную связь по этим новинкам. Видите, снег мы не чистим. Лежит у нас снега очень много на Урале. Также мы вас приглашаем на нашу супервыставку. Как видите, много образцов теплиц. Всевозможные мебели, качели, беседки. Приезжайте, смотрите, выбирайте. Всем пока. До свидания.